Она бежит с этой стороны, готовьтесь. Не готов. Нет. Ой! Блин! Аниматроник обманул нас. Ей, всем привет, дорогие друзья. С вами Димас, Подлючка, Гусь, Санёк, Профит. Как всегда, отличное настроение. Пацанчики, поздоровайтесь. Привет. Всем привет. Салам алейкум, братья. Сегодня у нас очень крутецкая рубрика «Аниматроники пугают охранника». Если тебе кушать, приятного аппетита, а мы начинаем выживать. Так, едем в наш, пацаны, офис на тележечке. Все по красоте. Так, я уже даже прилобался на ней ездить. Не забываем ставить лайкосики, подписываться на канал, ролики выходят каждый день. И заходите в наш Дискорд, если хотите пообщаться. Так, я здесь припаркую. Вот так, о, все отлично. Это наше средство передвижения. Да-да-да. Кстати, хочу показать эту вам карту, тем, что у нее есть очень... Жопа мне тут на лицо садится. Здесь очень классная система. Когда мы закрываем двери, идет время. 5 секунд. И после этого дверь сама открывается. Поэтому мы не можем теперь дверь сюда держать открытой. Ой, закрытой. О, пошел псих. Здесь очень классно камеры сделаны, поэтому будем все вместе с вами сейчас смотреть. Даже пронумерованы. Он идет. Закрывай. Давай мы тележку свою переставим. Ой, не... началось веселье, ребята. Эй, закрывай. А, не можем закрывать же. Не можем. А, у нее там немножко этот, приступы неадекватности. Уйди, фу. Каш, когда будешь этот найти, я закрою. Так, давайте я включу, наверное... Блин, непонятно, где эти камеры включить. Так, это главный зал. Коридор, вот сцена. А, нет, не сцена. А, это добрый, у него... Да, пацаны, это добрый. Ух, тьфу, я уже испугался. Не бойся. Уже так, я так понимаю, коридора к нашим дверям здесь нету. А вот, наверное, вот этот коридор. Он сейчас, когда выйдет, мы посмотрим, да. Ты нас пугаешь, уходи. Да, уходи, щенок вонючий. Плохой дядя. Так, это тоже не то. Ой, кстати, он разозлился. Это пиццерия двухэтажная. О! Он теперь хочет нас убить. Но у него ничего не получится. Да, пацаны? Надеюсь, да. Каш, когда он будет бежать, я закрою калитку. Опа! Вы его видите? Нет. Ну, давайте, это будет камера. Или вот это вот, вот это вот. Он, может, невидимка. Нет, это не, невидимые не могут вставать. Закрывай, когда уже близко будет закрывать, сразу не закрывай. А, ползущий Монти поломатый. Ай, мы ж не можем. Выходи, нет. Выходи, быстрее выходи. Выходи. Нет, бежать. Есть, убил, ой, плохо, что убил наш, ой. Он починился. Ого, я прям в стол залез. Нифига себе. Я ж там немножко приуныл. Так, мне кажется, тележку надо нашу перегнать. Сейчас я ее, пацаны, перепаркую. А, давай, садитесь, на объезд поедем пиццерии. Да, едем. Обзорчик делать. Поехали, короче. Ребята, настроение отличнейшее. Да если вы смотрите наши ролики, тоже улыбаетесь. Сегодня обзор пиццерии. А вон оно, это число какое-то. Да все нормально, пацаны. Это перепрограммированный аниматроник, она нам ничего сделать не может. Подожди, тут где-то есть спуск на первый этаж. Как туда спуститься? А где? А я не знаю. О, подождите, с другой стороны. Сейчас мы поедем. Сейчас. А блин, ее так колбасит странно. Все нормально. Это конченый аниматроник. Тихо. О, во. Блин, ну управляется так по-рахитному. Так, пацаны очканули. А я еду. А, надо, наверное, двери открывать. Так не найти этот вход. Садись. Он еще не злой, Дима, можно... А я знаю. Это же голимый аниматроник. Просто тележка, это тоже его друг. Управлять не умеет. Я уже привык, надо просто заранее в поворот входить. Как на спортивной тачке. Подождите. А, тут мимо нашего офиса перепутал. Вот я вижу, где офис наш. Дима, не топи ты. Привыкни к аппарату. Да, привыкни к аппарату. Блин, класс. О, стоит. Видите, они нас не трогают, они боятся нас. Щенок, да, Дима. Ой. Ой, бегите. Ничего, мы успеваем. Да? Да блин. Так к аппарату привыкнуть не могу. Блин. Есть, отлично. Смотри, стоит. Все, паркуемся вот так вот, наверное. Стойте, пацаны. Да что я колбасит? О, я знаю, где, вот там вот припаркуюсь. Стойте, аккуратно.
Во! Дима, ну нам еще вентиляция заехала, знаешь? Не, ну чтоб не пролез как раз никто. Так, смотри. А, ну да. Привыкни к дверям. Это уже своим, да? Внимательно слушаем. Это хитрый аниматроник, он может нас обмануть. Камера вообще здесь без... беспонтовые камеры, в них ничего не видно. О, молодец, что закрыл. Ого, страшный. Что нам показывают? Карий свой вонючий. Кстати, это невидимый аниматроник. Он исчез. А его нету. Не бойся. Не бойся, да. Первую. Это точно. Я сейчас описываюсь. А, вот, кстати, есть камеры, где мы видим небольшие такие части нашего прохода. А вы фонарик включите, будет видно. Я вижу, вижу. А, тень будет видно. Вот он стоит возле двери, смотри сзади тебя. Блин, хорошо, что ты сказал за фонарик. Опять нам карий свой вонючий показывает. Слышь ты, а уйди, иди ты. Зубы почисти, а потом нам открывай рот. Блин, ну здесь, конечно, сложновато тем, что двери закрываются сами. Ой, открываются. Ха-ха, вечно путаю. Эй, ты чё, дверь не открыл? Тихо, беги, беги, беги. Ой. Бегите, бегите, глупцы. Ты чё, он так выбежал? Я ничего не знаю. Всё, 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 я заныкался. Он меня не найдет. Я вижу камеры, которые ты там клацаешь. Ты сейчас клацаешь камеры, да? Да. Вот, я вижу, ты сцену сейчас включил. Блин, классно, на автоматах видно камеры. Ой, блин, я спалился, где я? Ой, беги. А не, не придет. Ай. Не придет, не придет. Под лючка двери умер. Да я этот. Я буду немножечко этот отсюда спетливать. Так. Отлично. Уходим. Ой! Блин, он сзади меня, пацаны! Я успеваю, я успеваю, я успеваю. Ай, быстрей! Есть, есть, я отрываюсь. Он медленнее, чем я. Вы в зале там, да, бегаете? Ух, я ушел. Я ушел, я ушел. Пацаны, готовьтесь, я сейчас забегу в комнату к вам. Нет, я еще не забежал. Ой, я нашел вход на второй этаж. Блин, он возле меня. Возле меня, блин. Тихо, давай тихо. К нам, давай к нам. Я иду, я иду, я иду. Беги, беги, беги. Это что было за взрыв? Тележка наша. Пацаны. Наша тележка сгорела. Ну вот и все. Блин, вот он стоит. Не жить. Вот он стоит. Новую тележку нам поставил. А, блин, убил меня. Но я поддался. Да ладно, не поддавался. Да нормально, все нормально, это тележка кривая. Своим путем. Давайте мы опять загородим здесь проход. Так, пацаны, я теперь знаю, как на первый этаж можно поехать. Я сейчас туда еду. Давай. Давай, едь. Пацаны, он идет, он идет, он идет. Он вентиляция? Не-не-не-не-не, не вентиляция. Так. Ой, голова Фредди, пока и точка. Ой, ой. Так, отлично. Блин, насколько я знаю, тележка по ступенькам не ездит-то. Да что ж ее так кидает? Управление нулевое. А мне ничего не сделает. Да? О, я вижу, он бегает там за тобой. Так, отлично. Он растит маленький. Почти. И вот тут где-то спуск есть на первый этаж, вроде сюда. Во, я нашел спуск на первый этаж. Я съезжаю. Эй, что, мне перегородил путь? Попробую сбить его. Опа, убежал. Боится меня. Видите? Цикливый аниматроник. Ха-ха-ха-ха! Меня колбасит. Ухо. Есть, я заехал. Я заехал. Блин, здесь темно, жесть. Вот это здесь темень. И фонарик, да, не работает? Ой, а беги, ночной беги. Режим? Ночной режим. Шапки закрыл. Беги, я беги. Хи-хи-хи, пацаны, я живой. А ты не ныть, не прячься. Не радуйся раньше времени. А мне ничего сделать не может, потому что когда я в тележке, убить меня не может. Все, я выезжаю наверх. Значит, ты... Ну ты читер просто, то я так и знал. Все, я выезжаю, пацаны, к вам еду. Обход сделан успешно. Иди, иди. Так. Слышу, еду. А я вижу его. Я вижу там сейчас. Да блин, тележка по ступенькам не ездит. Ладно. Придется ее здесь оставить. О, я улетел в небытие! Да что за бред? А куда я лечу? Все, пацаны, это все. Это провал. Подземелье, даже карта исчезла с виду. Все, я с вами. Я воскрес. Из пепла и восстали машины, да? Из ада.
Кстати, в этом ролике мы, кстати, очень мало раз умираем. И это очень хорошо. Это означает, что у нас очень высокий левел выживаемости. Ну, не знаю, как у вас там, но я лично такой для себя. Ой, да? Марионетка идет. Я слышу, Эй, я слышу. Я выживу. Ой, прости, не прыгай, я зря сказал такое. Где она? Лянь идет, вот где она. Где-то черепиздрих. О, привет! Как дела? О, ой, беги. Ой. А нет, все, она зависла. Батарейки лопнули. Че, вылупилась? Готовься, сейчас с этой стороны придет. Не-не-не. Нема? Нема. Да хорошо, так смотрим по камерам. Ой, обычный. Бежит, бежит, бежит. Пока, щенок. Хорошо. А, она с этой стороны пришла. Да блин, мы только сейчас потратили это. Ну ничего, энергия сразу пополняется. Все, пока. Ого, что у нас скрипит? Деревянная, это дверь. Ха-ха, по затылку ей дверями. Ой, извини, извини. Она бежит с этой стороны, готовьтесь. Не готов. Нет. Ой, блин! Аниматроник обманул нас. Обманка, шарманка. Эй, ты в канализацию иди. Иди, откуда пришел. Так, я вижу, вот она вышла. Опа! Я вижу вон, у тебя там сбоку. Бонька, бонька. Фокси. Фредди. Да, злой он. Фредди. Вентиляцию идет. Давай. Кидайте гранаты, давай. Закидывайте гранаты. Пошел отсюда, короче, мне. Ой. Отлично, я обманул. Не надо. Ай! А я этот. Не получилось обмануть. Короче, я сейчас, наверное, к вам приду. А где ты? А я в этой. А мы закрыты. Неважно. Я сейчас к вам приду, подожди. Давай, давай, мы тебя ждем. Если это тот путь, то я сейчас к вам приду. Давай. Так, смотрим по камерам, где кто ходит. Где он, где он? Нема его? Ой, не знаю, не, нема. Не это. Блин, ну аниматроник сегодня хитрый. Опа, идет! Телепиздрик. Пробегай, пробегай, пробегай. Отойди, отойди, отойди. О, ребят, я вас вижу. Мы обманули его. Вот он стоит, гляньте, идет. Тихо, 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 стой. Ой! Ой-ой-ой-ой-ой. Рафит, тихо. Дима, вылази. Включите этот. Включите фонарик, чтобы видеть его. Да-да-да, он поднимет. А, закрыто. Я слышу, его с этой стороны, с правой стороны вроде идет. Да-да-да. Так, а что у нас тут еще за датчики есть? Слышу его. Идет. А где он? Он, не знал, он уже у нас! Ой! А! Уходи! 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 Все, я оторвался. Я убежал от него. Я вижу. Ой, блин, он вышел. А как он так быстро ходит? Че за бред? Даже через фонарик не. Идет, идет! Ай! Да блин, да что это за урод? Лысый. Блин, лысый урод. Дай пирожка, лысый. Лысая башка, дай пирожка. Так, это наш ходит. Ой, вот он у меня. С какой стороны? С левой, с левой. Молодец. Проститочка. Тихо, 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 тихо. Вот он, левый волчара, беги. Ой, да что он вечно заходит? Отойди. Пока. А он добрый, да? Нет. На тебе. Граната! Граната! Ой, пока. Да ты что, руки из жопы, ты криво кидаешь гранаты. Ой, ой-ой-ой, он там. Так, он поломался. Упал. Где он? Шапку забери. Эй, вставай, говно. Он алкаш, короче, он просыпается. Пока. Перед ним закрыли дверь. Ой-ой-ой, куда? Дай ему по шапке, дай ему. Давай. Ушел отсюда в страхе. Ой. 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 Беги. А меня не убьет. Ну он вообще слабый, пацан, у него батарея разряжена, видите, постоянно падает. Что-то его крутит, пацаны. А чё? Что это с ним? Эй, тебя колбасит, что ли? Чё с аниматроником?
Батарейки с Алиэкспресса купил. Там у него, короче, электричество. Как вот это тебя жестко колбасит. Да не, 9000% вроде. Да чё с ним? Куда? Всё, пока. Всё, переломило его дверями. Он его разрубил. Ещё оглядывается. Всё, шапку. Это моя. А её нельзя никак забрать? Было бы классно. Нельзя. Ты чё? Это моя. Понятно, скажу. Я, короче, отстанил. Ухай. Есть, я его ранил. Я знаю, что надо взять. Я сейчас кое-что сделаю. Я ему сейчас сюрприз сделаю, пацаны. Ой. Монетка? Ой, извини, да. Не хотел. Ну ты молодец, конечно. Да, это слабое оружие. Ну что бояться. Пока, Дима. Даже двери удаляет. Вот это мощь. Ребята, ну вот это оружие. Это лазер, который выжигает. Смотри. Ой, да что ж ты подошел? Вот ты не попал по мне. А, не попал, что за взрыв был? Он в офисе у нас. Ой, я иду его мочить, пацаны. Давай. А что его еще он делать? Он невидимый. Бей его. Вот он. Ребята, ну что, аниматроники сегодня не будут нас уже мочить. Они этого сделать на... Щенок. Щенок! Не меня надо. Ай! А, у меня отомстил, пацаны. Я понял, да, что да. Мстительный. А я готов вот еще к ним повоевать. Где ты, щенок? Все, он стоит, вот он. А, вот так, значит, да? Отойдите все от него. Все, я открыл охоту на аниматроника, пацаны. Теперь он никуда не денется. Закрываем его в офисе. Я буду его ждать. А чем летает? Давайте инфу, где он ходит, я его сразу замочу. Да, он Саня пригвожден. А, пригвожден? Аниматроника. Отойдите, вот отойди. За что ты? Издеваемся над ним как можем. Хорошо, давай. Ну чё он там, расфризился? Слышу. Да. Пам и нету. Это легко, пацаны. Давайте его пригвождать не будем, попробуем его так убивать. И где ты? Ой. Ай, блин, извини. А где он? Где этот щенок? Он а чё не умирает? Ты попасть не можешь. А чё за взрывы тогда, если я не мог попасть? А, всё. Фу, читер. Ну что? Говно, где ты? Говно, ты где? Ай! Ой. Да ну спасибо тебе! Не за что, обращайся. Где он? Ой, нет, не у меня. А вот он в зале с главным. Я его сейчас выслежу. Вот это была быстрая смерть, ребята. Сразу, сходу. Мгновенная смерть. Все, давайте, пацаны, у каждого по одной жизни. Если он сейчас может нас убить, то мы проиграли. Я беру админский пистолет. Давай, бери. Все, давайте, минута пошла. Если он в течение минуты не убивает, то все, мы выиграли. Я сейчас просто от него спрячусь, да и все, будет стоять. Я тоже заныкаю, чтобы он меня не увидел. Кстати, я сейчас только что увидел. Все, ребята, все, я заныкался. А если он зайдет, я его сразу убью. А мне не, а я этот... А я знаю, где... 10 секунд прошло. 50 секунд у него еще есть. Кто умирает уже этот, не возрождается. И тот не лох, сразу говорю. Хорошо. Гусанек, у тебя 40 секунд осталось. Ладно, пацаны, я не лох, а вы будете лохами, если вроде. Дайте подсказочку. А ты можешь любого аниматроника взять, даже который на расстоянии дамажит, бегать и клацать просто. Да я подсказал, я... Да-да-да-да-да. Да я что? Ну и все. Все, я молчу, я улетел за карту, чтобы не мешать гусаньку. Второй! 20 секунд, 20 секунд. Все, я просто лежу, да, получается? Ты сейчас выиграешь, короче. Он может через, кстати, второй этаж даже замочить. Я вижу, как он летает по карте даже. Он даже не ходит, а летает. Ах ты хитрый, как он хочет убить. Пошел на первый этаж.
10 секунд! Так где? 9, 8, 7, 6, 5, 4. Нет, ты шо? Да ладно, мы что, проиграли? Да, да, мы лохи. Ну давайте честно, мы ж поддались ему. Конечно. Как-то маленькая. Блин, это было весело. Гасунёк, ты победил сегодня. Если вам понравилась эта серия, и она вам подняла настроение, ставьте палец вверх, подписывайтесь на канал, вступайте в наш Дискорд. Ну а всем отличного настроения и всем пока. Пока.